С днем рождения! С днем рождения! Имениннику всего 2 годика, но его знают все нижнекамцы от мала до велика. Сегодня праздник у парка Габдуллы Тукая. Вот так, танцами, песнями, конкурсами и, конечно, подарками нижнекамцы поздравляют такой маленький по возрасту, но такой большой по направлениям парк. Наш парк особенный, маленький, уютный, компактный, интеллектуальный, спортивный, музыкальный, развлекательный, какой угодно, в любое время года. Он стал любимым местом встреч нашего микрорайона, ну и, конечно же, гостей, которые приезжают к нам в город Нижнекамск, чтобы полюбоваться этим этническим парком, который посвящен Габдулле Тукаю и его сказочным персонажам. Литературный, музыкальный, спортивный – такой парк Тукая сегодня. Наверняка уже многие нижнекамцы стали забывать, что всего лишь 2 года назад здесь, кроме вот этого памятника поэту и старой разбитой пешеходной дорожки, здесь больше ничего не было. На кадрах зима 2015 года. Идет выездное заседание. На повестке дня реконструкция тогда еще сквера Тукая. Задумок и планов много. Практически все удалось воплотить в жизнь. Променад с подсветкой дорожек и уютными скамейками, спортивные площадки, фонтан, скульптуры героев известных тукаевских сказок. Такой парк, естественно, стал центром притяжения горожан и гостей города. А его день рождения – настоящим праздником. Поздравляем наш парк с днем рождения, желаем ему процветания и много-много детишек. Поздравляем! Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР.